Взрыв газа в Минводах. Подробности ЧП. В эфире «Вести Ставропольский край». Здравствуйте. Правоохранители выясняют, почему в минеральных водах взорвался газ. Накануне экстренные службы городского округа были стянуты на шоссейную 69. Под завалами частного дома оказался мужчина. Сейчас он в реанимации. За несколько минут до ЧП соседи слышали громкие звуки. Слышали мы перед этим, где-то минут за 40, слышали большущий стук у них, как кувалдой били. И же его мама ругала его. «Саша, что ты делаешь?» Пострадал и соседний дом. Вот как прокомментировали взрыв газовики. Основная причина происшедшего – это самовольное вмешательство абонента в работу газовых приборов. То есть человек самовольно, по непонятным нам причинам, произвел демонтаж газовой горелки, точнее ее частей, разобрал. Вот. Для чего он это сделал, мы, конечно, я думаю, что это будут выяснять другие правоохранительные органы. На месте происшествия продолжают работать эксперты. Процессуальные решения по результатам проверки.